Тверские спортсмены с ограниченными возможностями приняли участие в Кубке Валентина Дикуля по пауэрлифтингу, проходившем в столице. Соревнования проводились уже в 15-й раз, а представители Верхневолжья участвовали в них впервые. Дебют, безусловно, удался, особенно бежичанке Анне Михаличенко, которая в своей весовой категории заняла первое место. Туда достаточно сильные ребята приехали. В кои-то веки нас разделили по весовым категориям. У нас два старта было, не делили ребят, а тут вот снова разделили. Вот. И выступали, там у нас 5 человек, двое с области, из Кашина и из Бежецка, и 3 тверских ребят. Вот. Выступили хорошо. Анюта с Бежецка заняла первое место. 40 килограмм пожала, 105 килограмм пожал Сергей из Кашина. Был он 4-й, но там получилось так, что по результатам равное количество килограмм было с 3-м местом, но тот, который занял 3-е место, был легче. Вот. Потом Павел Русляков по личному рекорду выступил. 57,5 килограмм пожал. Антон у нас, новый мальчик, ездил. Вот. Он 55 килограмм пожал. Вот. И Федор пожал 75. Ну, в принципе, мог и больше, но остальные две попытки ему не засчитали. Слишком большой шаг сделали мы. Вот. В принципе, выступили хорошо. Выступали мы напротив Останкина. Вот. Вообще, обстановка такая очень хорошая. Теплая такая. Хорошо там было, хорошее соревнование. С самим Валентином Ивановичем, да, встречались? Да, был сам Дикуль там. Вот, подходил к ребятам и поздравлял их, и там слово говорил. Очень достаточно приятный человек, вот так и в общении, и чисто внешне довольны. Пожалуй, на таких соревнованиях не менее важными, чем спортивная составляющая, оказываются общение и встречи с новыми людьми, служащие источником положительных эмоций. Планку весовую постепенно поднимаю. Для себя результат уже есть. Следующие будут планки уже для выступления на каких-то чемпионатах. Пока для себя. Какова планка сейчас ваша? Сколько поднимаете? Ну, мне пока 57 хватает. А начинали со скольки? Ну, где-то около 40, наверное. Вот. Так, по чуть-чуть поднимаем пока. Федор Резничук из Андреаполя в какой-то степени является старожилом. В состязаниях по пауэрлифтингу он участвует далеко не в первый раз. Кубок Дикуля стал для Федора ярким событием. Атмосфера хорошая, там и спортсмены сильные, все, но я недоволен своим результатом, потому что, ну, не знаю, спад какой-то получился. Ну, скорее всего, я виноват, потому что не постоянные тренировки были, и я не показал того результата, на который рассчитывал. Поэтому, ну, одно радует, что хоть и не последним был, и то уже хорошо. Но если в следующий раз поедем, то под это надо уже готовиться. Ну, бывают спады, я не знаю. Ну, понравилось, в принципе. Там Дикуль выступил, там многие сильные ребята были из других регионов, с которыми мы пересекались и на спартакиаде ЦФО, и в Адлере. В принципе, хорошее впечатление. Недавно установили личный рекорд. Вот теперь какая у вас планка? Себе сами ставить какую планку? Ну, хотелось бы каждый раз другие повышать рекорды, но нужны, да, постоянные тренировки. И я не знаю, насколько у меня как бы тело выносливо, но я думаю, за 100 надо себе уже ставить цель, ставить уже к следующим, уже стать, если к чемпионату России по пауэрлифтингу, не меньше 100 килограмм, поэтому буду тренироваться. Сейчас какой рекорд у вас, сколько? Ну, последний раз я показал личный рекорд 87,5 килограммов, а вот сейчас опять повторюсь на Кубке Дикуля на 10 килограммов меньше поднял, поэтому я не очень собой доволен. Недавно Тверская организация инвалидов войны в Афганистане подарила Федору автомобиль АК, и теперь андреапольский спортсмен ее осваивает. Это будет очень хорошим подспорьем. Еще раз хочу поблагодарить организацию инвалидов войны в Афганистане за такой неожиданный подарок. Я просто рад, понимаете, и это на самом деле, и сделать то, что я теперь не на автобусе буду добираться, а буду там и не за сутки до соревнований, к примеру, прям
прям приехал к автобусу, здесь оставил машину и с командой поехал дальше.